Привет, это Реборн. В прошлый раз, друзья, когда я пытался записать реакцию на Утопию Шоу, у меня выключился свет. Я вам пообещал то, что обязательно запишу реакцию на его следующий ролик. Ролик вышел уже полтора дня назад. Я, как обычно, опаздываю, простите меня, пожалуйста. Но сегодня буду исправляться. Давайте посмотрим его новый ролик. Называется «Ты не должен это открывать». Это его флагманская серия, типа «Топ Секрет». Обожаю вообще Утопия Шоу. Если вам понравится и зайдет реакция на его канал, я буду делать ее почаще. Но давайте смотреть. Погнали. Эта запись была обнаружена в заброшенном загородном доме 28 ноября 2016 года. Вот этот голос заиграл, точнее заговорил, заиграла фоновая музыка, и у меня пошли мурашки. Те, кто ее сделал, так и не были найдены. Так. Так, что же они сделали? Ребят, у нас очень мало времени на этой локации, нужно ехать в другие снимать. Суть в чем? Я объясняю просто еще раз. Знаете, еще такой прикол, типа псевдодокументальность, да? Они снимают на трясущуюся камеру, и какого-то фига они, видимо, еще раз расположили по всему дому камеры скрытые. Нет. Все делаем как всегда. Твоя задача снимать крупные планы. Так. Крупные планы снимаешь, и света, я тебя умоляю, по минимуму в те места, где должна появиться паранормальщина. Лех, пожалуйста, снимай все вообще, побольше трясучки в камере. Я буду делать переходы, зритель, он глупый, он не поймет, когда были сделаны склейки. Ты офигел, что ли, зрители глупые? Я тебе сейчас дам, блин, зрители глупые. Не, ну это понятно, что это скетч. Записывай естественно. Звук, и делай побольше сама вот этих вот шорохов. Кто это? Пожалуйста, стандартная ситуация, я вас умоляю. Тишина на площадке, я же говорил, что у нас съемка идет уже. Да кто там? Какой-то загородный дом совсем не страшный, блин, как будто дом мажоров. Тише, можно? И это их дом, да? Так. Так. Что сейчас будет? О, нет! Они его забрали! Кто это? Кто? Выходи! Хотя лучше сидеть там, не подходи ко мне. Что это такое? Коробка. Что за коробка? Если честно, я вот про эту коробку даже ничего не слышал. Интересно, я хотя бы вообще знаю про нее? Не, ну просто коробка и коробка, ну и что? Шкатулка? Чё это вообще такое? Она его сожрала! Так. О, мурашки пошли опять. Вот эта музыка мне напоминает музыку из Resident Evil. Прям очень похоже. Заставка классная, мне нравится. Да и вообще топ офигенный. Если вы досмотрели уже до этого момента, друзья, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк под роликом. И комментарий не напишите, пожалуйста. Будет много просмотров, будет больше реакций на топу. Как часто вы чувствуете, что человек, которого уже нет с нами, на самом деле еще где-то здесь. Частенько. Он рядом в трудную минуту. Он помогает, а иногда это даже пугает. Я могу естественно, это пугает. Сказать на это только одно. Можно хотя бы не всегда подглядывать, как бы личное пространство. Не слышали? Ну, как обычно. Сначала задал такую тему мурашечную, потом пошутил. Это хорошо. Мне нравится, когда есть... Не только, типа, ужасные моменты, но скрашиваются, как бы, такие острые углы юмором. Это классно. Ты, всем привет. Здорово. Меня зовут Топа, а это шоу, в котором мы пробуем... Имя Топа. Да как бы тебя Женя зовут? Тезка. Охотник на охотников за привидениями. Пфф, забавно. То, что... Умение, да. Обычно объяснить не получается. Вера в так называемые блуждающие души встречается у большинства народов. И так. Сейчас это совершенная обыденность в поп-культуре. Взять даже свежий сериал «Академия Амбрелла». Но не о Вере в целом сегодня хотелось бы поговорить, а о конкретном случае... «Академия Амбрелла», кстати, вообще офигенный сериал. Всем советую посмотреть. Комикс можете не читать, потому что он калище, по крайней мере, первые два тома. А вот сериал посмотрите. Чьи преследования душой или даже демоном. Вы могли не слышать об этой истории совершенно ничего, так как тренд до нас еще не дошел, хотя это дело времени. Но вы только посмотрите, сколько на зарубежном ютубе собирает то, о чем мы сегодня будем говорить. Понятно, почему я не слышал об этой коробке ничего. Тренд-то еще не дошел. Ящик
Дипбука. Что это такое? Ящик Дипбука — это, вероятно, одна из самых паранормальных вещей в мире. Что-то я, по-моему... Классный стоп-кадр. Что-то я, по-моему, слышал про этого Дипбука. Или не слышал. Или мне просто хочется казаться умнее. Не, я не помню, если честно, что это за фигня. Давайте послушаем топ, он расскажет лучше. Это был очень известный рэпер Пост Малон. Был? Если вы тоже не слушаете такую музыку, то просто знаете... Нет, я музыку, конечно, такую... Нет, у меня один есть его трек в плейлисте. Хороший, как бы, рэпер. И, в принципе, известный. Что ты так? Что это? Если ты не знаешь, не значит, что неизвестный, ну? Такой есть. Есть. Почему он назвал этот ящик самым паранормальным? Да потому что этот ящик его проклял. Для меня это проклял история на то, чтобы он стал известным? Совсем недавно. В 2012 году киноделы вывалили на свет недавно. Божий вот это. В русском переводе фильм называется «Шкатулка проклятия». И это неплохая комедия на уровне «Аннабель» или, может быть, даже... Комедия! Выше. Это «Шкатулка с Дипбуком», представители традиционных направлений. Может быть, в этом и слышал об этом. Но фильм, конечно, я не смотрел, я ужастики не очень люблю. Иудаизма верят в различных духов. Продюсером, кстати, был небезызвестный Сэм Рэйми. Но главное, почему я обратил на эту историю внимание, вот эта фраза. Так, а? Фильм основан на реальных событиях. А, ну как обычно, да, все, что основано на реальных событиях, естественно, происходило. Ну, вы понимаете мою реакцию во время просмотра. На реальных событиях. Просто здравствуй, просто... Сразу начал гуглить, а что это такое? Надо сделать новый выпуск. Как дела? Разумеется, я начал изучать. И, блин, хоть это и не популярная история, но я прямо с нее кайфанул. Пристегивайте ремни безопасности от злых духов. Сегодня мы погрузимся в мир полный тайн. Тайн? Что это за интонация? Тайн? И кринжа. О, ненавижу кринж. Все началось на сайте... Хотя я кринжовый. eBay. Так, не вздумай выключать. С чего вообще взяли, что это все несерьезно? Человек просто захотел продать вещь, которая ему не подходила. Так. И я напомню, что это привело к съемке голливудского фильма. Извините, продолжаем. Некий Кевин Мэнис выставляет вот эту... Пэрис. Коробочку на продажу. Ничем не примечательную на первый взгляд. Ниже он прикрепляет большой текст с описанием, что же это такое. Ну-ка. И почему он ее продает. Если вкратце, то он является реставратором мебели. Угу. И на распродаже какого-то дома заприметил некоторые вещи, в том числе и этот, как потом выяснилось, винный шкафчик. Это важно. Так. Раньше он принадлежал старушке, которая пережила Холокост. Затем бежала в Испанию, где приобрела эту штуку. Так. Ну а потом перебралась в США, где дожила до 103 лет. Неплохо. Но когда ее не стало, родственники решили все добро продать. Внучка этой бабушки завела с Кевином беседу о том, что в руках он держит коробку Дипбука. Он спросил, что это значит. Что за херня? И произошел примерно такой разговор. Я сама не знаю, бабуля говорила никогда ее не открывать и закопать вместе с ней. Нахрена она ее хранила в доме, если ее открывать нельзя? Чего она ее сразу не закопала где-нибудь или кинула в Марианскую впадину? Подозрительно. Но мы не стали. Такие вот мы. Может, заберете шкафчик обратно? Все-таки память. Да нет, вы что? Вы же его купили. Да ладно, мне не жалко. Оставьте. У нас была сделка. Но... Оставь ее у себя, тварь! А потом она разрыдалась и убежала. Совершенно стандартное поведение, подумал он и забрал шкафчик. Так. Затем отвез эту штуку в свой магазинчик и, разумеется, открыл посмотреть. Внутри он обнаружил вот эти артефакты, а потом уехал. Через полчаса ему звонит сотрудница в слезах и бросает трубку. Типа... Все? Не понял. Ну, хотя бы что-нибудь рассказал бы, я не знаю. По приезду он увидел, что все лампочки взорвались, а сотрудница рыдает в углу. Больше она к работе не возвращалась. Ну, как бы, напряжение в сети, взорвались лампочки, и чё? И чё? Ладно. Ну опять, бывает же. Он решил подарить этот шкафчик своей маме. И у нее сразу случился инсульт. После чего она какое-то время не могла говорить. Это совпадение. И единственное, что она написала... Ненавижу подарок. Герой, прямо как в фильмах, оказался настоящим дегенератом и опять ничего плохого не заподозрил. Он отдавал его каждому своему родственнику. Зачем он его отдавал, блин? Почему он его просто не выкинул? Но все возвращали подарок и жаловались на то, что всегда воняло кошачьей мочой. И вообще какая-то мистика происходит. Он оставил это у себя и, наконец, понял, о чем все говорили. Его волосы начали выпадать.
силы убавляться. Ого. А паранормальщины в доме становилось все больше. Так. Поэтому он выставил это на eBay. Ведь обычно люди так и поступают. Ящик купили, у нового владельца повторились симптомы, и он написал об этом книгу. Достаточно популярную, кстати. По-моему, он уже просто придумывает. Мне так кажется. Давайте послушаем топу. Не будем бежать вперед, батьки. Через год после этого выходит фильм. Этот ящик появляется в паранормальных шоу, пугает людей, куча жертв. Прямо этот же? Стандартная ситуация с чем-то проклятым. А теперь, когда вы знаете предысторию, встает вопрос. Что за срань тут происходит? Почему совершенно стандартная история про демонов вызывает безумный ажиотаж вплоть до голливудского фильма? А все потому, что... Потому что Голливуд любит всякую хрень. Это далеко не обычная история про демонов. Ну-ка, расскажи-ка. Я обещаю, за кулисье этой истории будет намного интересней, чем оригинал. Хм, давай. Заинтриговал. Блин, музыка, мурашки по коже сразу бегут. Зачем так хорошо? Логичным будет начать рассказ с того, кто же такой Дибук и существует ли вообще такое слово. Обычно на этом заканчивается... Если ты его говоришь, то существует. Большинство паранормальных историй, потому что психи, которых придумывают, элементарно не могут продумать все остальное. Так. Но это не тот случай. Дибук не выдумка. Он реально существует. По крайней мере, евреи в него верили, что подтверждается учениями мистика Исаака Лурия, который кто в 16 это? Веке описал переселение душ, а его ученики уже добавили туда... Чего у него какие ушки маленькие, как будто конфетки прицепили? Дибука. Это, по сути, беспокойная душа, блуждающая так. между небом и землей, которая захватывает... Ой, господи, что это такое? Не смотри на меня! Хотя ты не можешь. Тело жертвы, вызывая неконтролируемую... Она, по-моему, зарядку делает. А что с лицом? Обосралась, что ли? ...руемые мысли и действия. Одержимость, если вам так удобнее. И это бы осталось на уровне древних... Чё, блин, пугаешь-то? ...их баек, пока один фольклорист в 1916 году не написал пьесу об этом, которую перевели на другие языки. Последовали театральные Чё происходит? Что за фигня? ...постановки, а затем ранние экранизации. И пошло-поехало. Книга, голливудские фильмы с его упоминанием, бесконечное количество телешоу, которые ищут призраков. Ну, так. В общем, вы понимаете. А раз Дибук не выдумка... то все это может быть реальным. Последний раз спрашиваю. Верите в демонов? Нет. А, собственно, чего я ждал? Вы прекрасно знаете, куда попали, поэтому нет смысла попусту нагнетать. Да, вот и я о том же. Че нагнетаешь-то, блин, страшно? Читаю я, значит, полную историю, и закрадываются некие сомнения в реальности происходящего. Какие? У бабули погибла вся семья, родственники, дети. И в следующем же предложении читаю, что коробку продала внучка этой бабули. Вот я о том же, как бы она же родственница продавала, чё? Несостыковочка сраная, как обычно любит говорить топа. Я такой. Меня где-то пытается наебать, хотя, может, она нашла себе новую семью потом. Просто забавно все это видеть в двух предложениях. Но нам сейчас важны все несостыковки. Кто начала, нашла свою новую семью потом, не понял. Википедия в очередной раз подвела и просто пересказала историю. Так что, как всегда, нужно найти первоисточник. И я выяснил, что как и в мифологии, так и в поп-культуре неизменным оставалась одна очень важная деталь. Если упоминался Дибук, то всегда речь шла о душе, которая вселялась в другого человека. Так. А не вселялась в предмет. Угу. Это очень важно. Дибук не мог кочевать от одного неудачника к другому, как нам рассказывает история. Шкатулки с дибуками делали, желая зло посадить под замок. Ты серьезно? Но это далеко не все несостыковки. Дьявол, как мы знаем, кроется в мелочах. Давай, расскажи. Поэтому он вселился в этот мелкий ящик. Нифига себе мелкий-то, ты его там еле тащил. Ну не ты, ну короче, ну вы поняли, да? Там просто была фотка, где типа топы его держит, он большой. Тумбочка. Что-то про размер. Ранее я упоминал, что это винный шкафчик, купленный в Испании, да? Да. Но он действительно мелковат для вина. Такие шкафы выглядят плюс-минус вот так. Ну это просто тумбочка, в которую ставят, ну, бутылки, ну, как бы, наверное. У этой штуки там штопора всякие. Штопора? Топора. А все потому, что это... Невинный шкафчик. А что это? Он невиновен, там не было вина. На этом закончим.
не уровень гнида. Нет, правда, очень важная деталь. Конструкция такого шкафчика была запатентована только в 1957 году Робертом Карофом. И вино тут было ни при чем. Это был мини-бар, где в комплекте... Ну, типа да, мини-бар, ну, бутылочки стоять. Эти были бутылки для скотча, виски, бурбона и водки. Дибук в сделку не входил. И что самое главное... Естественно. Продавался он исключительно в США и Японии. Ну и да, было много разных версий. И теперь риторический вопрос. Как такой шкафчик оказался в Испании сразу после Холокоста? А чё бы нет, ну может уже был. А кто-нибудь спёр патент? Чё, такого... такое первый раз что ли случается? Конечно нет. Вот это реальная мистика. Док, я на месте, но я ничего не вижу. Она же стоит прямо на лестнице. А, в этой шкатулке ключи от машины времени, да? Чем ты слушал все это время? Это и есть машина времени! Не подскажете хороший дом престарелых? Закрадываются уже нехилые сомнения в том, что эта история настоящая, но доказательств слишком мало, а дальше больше. Давай. Есть такой персонаж Зак Багганс. Зак Таракан? Это жук? Багганс. У него есть много нормально. Паранормальных шоу, в которых он постоянно встречается со всякой чертовщиной. И, разумеется, находится... Это типа Дина Масленников на максималках, да? ...находится на волоске от смерти. Стоп! Мы, в свою очередь, находимся на волоске от смеха. Ведь да? То, что там происходит... Вау. Вау! В одном из выпусков про ящик Дибука... Он зовет первого владельца шкафчика и отправляет его в подвал, чтобы тот через столько лет встретился с ним. Ну, привет, шкафчик, чё, выпьем? У тебя там вроде как бухлишко должно внутри стоять, так что давай наливай, поговорим с тобой по душам. Один на один. Нахрена ты меня проклял, да? Тот, разумеется, сразу его открывает, что делать категорически нельзя. И тут происходит реально криповая фигня. Он уходит в угол и начинает читать страшное стихотворение, про теневого человека, не своим голосом. Light from the hallway dripped into my room. Ну, конечно, не своим, это здесь фильтры просто. Along with the shadow man too, I assume. Never before had I seen such a form that could change the candle's flame licks in a storm. Свет начинает мигать. Такой, блин, голос глубокий, классно. А он после этого ничего не помнил. Рейтинги. О, ну да, а подставить это же, конечно же, нельзя. Рейтинги шоу до небес, паранормальщина, снятая на камеру. И да, и это пугает людей. Но у меня есть секретное оружие. Давай. Хакерман, я вызываю тебя. Так. Нет. Нет. Что значит нет, ты же дебил? Сломав интернет, мы узнаем, что Кевин Мэннис не только реставратор мебели, как нам говорили, но еще и писатель и даже поэт. Поэт. Ну вы понимаете. Какая разносторонняя личность. Жаль, что с логикой у него проблема. Ведь... А почему разносторонняя? Писатель и поэт — это как бы почти одно и то же. А почему бы не пореставрировать еще вещи? Ну, не очень разносторонний. Так облажаться надо еще постараться. Шоу выходит так. В 2016 году. Но в 2012 году на сайте, где каждый может выложить свое музыкальное творчество, мы находим вот это. Это его страничка. Так. Есть трек, который называется Shadow Man. Я его купил, так что моя совесть чиста. Давайте сравним. Ну как бы, если ты его покупаешь, то ты его покупаешь для личного пользования. Если ты его вытаскиваешь в интернет, там уже нужно покупать, по-моему, другие права, если я не ошибаюсь. Можете исправить меня в комментариях. Смотрите, у него, блин, 10 тысяч прослушиваний, а у остальных мало. Это просто его старое стихотворение. Да? Ну, выдается это, как будто демон захватил тело и устроил конкурс чтецов. Вы, конечно, извините меня, но почему нельзя было придумать новое стихотворение по такому поводу? А потому что его никто не знал, и поэтому он подумал, какая разница, нафиг запариваться. Почему все вокруг держат нас за конченых дебилов? Забавно, что именно мракобесная программа помогает в расследовании. Это как, знаете, пафосно плюнуть против ветра и попасть себе в лицо. Но это не единственная их ошибка. Взгляните на крупные кадры этого ящика. Давай. Ничего удивительного. Нет. Это просто вещи, которые были внутри коробки. Но... Что тут подозрительного? А теперь посмотрите на вот эту фотографию ящика.
Ну? Который выставили на eBay изначально. Вас ничего не смущает? Нет. В каждой программе, где показывают проклятый ящик, главный артефакт отличается. Да чем? Там надписи даже одинаковые. Чем он отличается? Не понял. А чем? Что тут, мать вашу, нахрен происходит? Да, вы правильно... Я не понял, чем отличается. Я то ли я слепой, то ли что. Напишите в комментариях, вам тоже показалось, что он отличается или нет? Я не вижу отличий. Начинаете понимать. Шоу, которое снимали эту коробку... Я ничего не понял! Снимали копию этой коробки. И всех вещей, которые внутри. И сейчас будет сюжетный твист. Это... Так, оригинал, копия. Ну, сейчас... Я вижу, типа, отличия, да? Хотя ничего я не вижу, что? Копию. А, ну вот сейчас, да, чуть отличается здесь этот задний камень там побольше, в копии здесь поменьше. Сделал человек, который написал книгу. Он вставил палку себе в колесо, а у него даже велика не было. По его словам... Нормальная аллегория. Мам, даже копия коробки, которую он сделал сам, обладает силой. Конечно, ага. Я не знаю, что может звучать еще тупее. Да? Какой-то ты странный. Ну что, взяли? Да, взяли. Я надеюсь, оригинал. Нет, копия. Бет, я тебе говорил, это все твое воспитание. Не сваливай все на меня. Че ты смотришь, ты вообще приемный. Не смей с ним так разговаривать. А, иди к черту. Оу, майн. Кстати, эту копию должны были использовать в фильме, но что-то сорвалось, и там даже форма другая была. Создатель книги и по совместительству бывший владелец коробки Джейсон Хэкстон, как вы уже поняли, сам того не подозревая, является одним из разоблачителей. И не только потому, что подставил всех с копий. Дебил. Он встретился с первым владельцем Кевином и попросил его показать дом, где была куплена коробка. Так. Ну, типа для расследования. Но тот забыл, где это место. Каким образом? А голову-то дома не забыл, Кевин? Плюс ко всему, он был из еврейской семьи, и его заявление, что он впервые слышит про еврейский фольклор, просто бессмысленно. А что здесь такого? Ну, типа, когда это было? Я уже не помню, 400 лет назад? Или 100? В любом случае, давно, а почему бы и не слышать? И все это было написано в книге. Вот и сказочки конец, скажете вы. Разоблачено. Да нет. Автор книги, вопреки этому, утверждает, что она все равно магическая. Так. И калечит людей. И копия коробки, как вы уже поняли, тоже. Да. Нет. Да, да. У меня было такое же лицо. Получается, изначальная история выдумана. Какое такое же? У меня было обычное лицо. Вы можете подтвердить. Но каким-то образом коробка все равно сдерживала духа. Как насчет дать этому человеку Нобелевскую премию в области, ну не знаю, Омской области, может быть? Что за выпердыш я... Омской, а. Сейчас вообще прочитал. Но вернемся к суперизвестному телешоу и как с этим связан Пост Малон. Они, как оказалось, с Заком Баггинсом хорош... Я чё, шок что ли? Не, конечно же не он. Но... друзья, а поэтому грех не позвать его в передачу. Стоят они около этого ящика, дергаются от каждого пука, Зак касается закрытой коробки, Пост Малон трогает Зака, и они убегают. На этих кадрах вы можете наблюдать уникальный случай передачи «Проклятие». Да. Мой самолет чуть не разбился. Я... Ну, не разбился же, значит, все хорошо. Попал в аварию. Ну, с тобой же все хорошо, значит, все хорошо. Мой дом ограбили и... Ну, ограбили и ограбили, с тобой же все хорошо, значит, все хорошо. У меня следы укусов на руке. Значит, тебя укусили, тупица! Его нелегкой судьбе можно только посочувствовать. Вы только представьте, экстренно посадили самолет, попал в аварию без царапин, ограбили дом. Угу. Жаль, что он забыл добавить, что это дом, в котором он уже давно... не живет. Еще лучше. Сдается мне, проклятие должно немного не так работать. Да. Но версия с демоном звучит невероятно убедительно, конечно. А поэтому Пост Малон официально тот самый человек, который внес огромную лепту в популяризацию паранормального. Этот рэпер был из тех, кто просто любит паранормальное. Получается, Зак Багганс не очень-то и хороший друг, раз присел на уши доверчивому Пост Малону и заставляет его верить во всякую дичь. А вообще, это очень забавно. Ваши козлины. Забавно видеть, как взрослые бородатые мужики сыкуют зайти в комнату с мини-баром. И...
Если честно, я бы тоже соковал зайти в комнату вот с таким мини-баром, потому что он выглядит стрёмно. Вдруг он откроется и откусит мне голову. И начинает орать: «А, спина болит! В меня втыкают ножи! Мне страшно! В меня вселяется демон!» Они падают. Думали, что я утрирую? Они там начали толкать друг друга, типа в них вселяется демон. Ой, актеры! Они даже коробку не открыли еще. Актеры, у которых еще нет Оскара, да и вообще не будет никогда. Да? Пацаны, можете не париться, в сети куча фоток, где коробка открыта. Фотографы, владельцы, исследователи, все открывали ее и что-то особо как бы не парились. А, да, вообще да, пофигу. Они же не делали из этого контент. Жуткое и опасное место. Ты, стоп, тебя же забрали. Чувствуется энергетика. Вот эта. Плохая вот это. Энергетика. Вы только посмотрите на это. Че это? Это не я. Кто пердит? А, фу, Зак, какой черт? Че, Зак, бесстрашный, да? Ты сомневался? Да. Ну че, призраки где? Нормас. Хотел. Естественно, ты так хотел. Это же скетч. И там 20 сезонов этой херни, не считая спин-оффов. Да это же рай для меня. 20 сезонов? Ты что, это все посмотрел? Да это же больше, чем сверхъестественное. Я их тоже не смотрел. Надо все пересмотреть. Давай, больше контента. В общем, эта команда абассанцев сделала поистине нечто ужасное. Так как история сильно расфорсилась, на это обратили внимание ютуберы. А ну еще бы, а кто бы еще бы обратил на это внимание? Конечно же, только мы! Вы только посмотрите на эти просмотры. Все эти люди открывают ящики Дибука, которые купили на eBay. 18 тысяч! 9 тысяч! Ну нафиг! И разумеется, все... Я лучше куплю другой ящик, называется PlayStation. И они прокляты. Могу тоже свою, кстати, продать. Там живет Бибук. Стоит миллион, ссылка в описании. Никому не говори, что эту ключницу я вчера купил. Ключницу. Это забавно. Пришли мне эту ключницу, я ее открою и соберу миллион просмотров. Да. Мы нашли его. О, господи. Серьезно? Где? На eBay. Ага, я просто сейчас на лыжах докатаюсь тогда и отправлю. Ага, да. Все. Ага, до свидания. Лара Крофт нашего времени. Ищет артефакты на eBay. Ладно, не будем издеваться. Всем же понятно, что это смотрят только потому, что люди любят что-то необъяснимое. Да? Прям до трясучки. Но что самое... Какой сучки? Главное, они не видят разоблачения. Они не подписаны на журнал Skeptical Inquirer, который занимался львиной долей разоблачения. Я английский даже не знаю, нафиг мне на него подписываться? Ему тут... как раз для того, чтобы я в легкой, иногда дурацкой, для кого-то даже кринжовой форме показал это максимальному количеству человек. Угу. Так что если этот тренд дойдет и до нас, вы будете знать правду. Так уже дошел. Ты же нам рассказал все. По итогу мы видим кучку людей, которые всеми способами пытаются выдавить максимальное количество денег из ящика с демоном. Они врут, играют на камеру, выдумывают новые подробности и противоречат сами себе. А если с ними и случаются беды, то точно не от того, что они прокляты. Это чистое совпадение. Но люди не всегда более. Будут находить связь между собой и чем-то необъяснимым, потому что просто не могут принять тот факт, что в жизни случаются неприятности. И от этого никуда не деться. Да. Умные Но слова. Но вопрос-то в чем? Не возникает сомнений в фейковости этой истории, придуманной писателем чисто по фану. А распространилась она благодаря доверчивым, достаточно известным людям. Угу. Но что делать с настоящим Дибуком? Не просто же так о нем писали столько веков. На самом деле, корни всего этого начинаются с Библии, где упоминается злой дух. И есть мнение, что это попытка описать сильную депрессию, к чему приходят даже раввины. То есть люди, которые этого злого духа должны как бы изгонять. И многие из них на самом деле не думают, что есть какой-то демонический дух Дибук. А, они просто говорят: чувак, у тебя депрессия, иди к психологу. Одержимость им скорее психическое заболевание, которое нуждается в помощи врачей, да? А не экзорцизм. Скорее всего. А экзорцизм это... Шарлатанство. Очень жду, когда мы снимем об этом выпуск. Ведь... Так что ты ждешь? Снимай, это мы ждем. Мы рано или поздно сделаем выпуски совершенно обо всем паранормальном. Это было бы неплохо.
Даже очень хорошо. Но какой нужно сделать вывод из этого видео? Людей легко обмануть. Кто бы мог подумать, да? Но это странный вывод, это и так понятно. Люди выдали мини-бар за ящик с демоном, который всех убивает. И при этом сами сделали все для того, чтобы их... А ты ключницу продаешь за 1 000 000 рублей. Разоблачили. При этом по классике умирают все, кроме главных героев этой истории. Везунчики. Мы для удобства будем называть их шоуменами. Спасибо за просмотр. Пожалуйста. Не забывайте про наши... А тебе огромное спасибо за контент, он просто великолепный. В соцсети, если вам интересно наблюдать за бэкстейджем наших съемок. Дальше больше. Ждем, но, ждем. Хоть я и скептик, невольно проскакивает одна мысль. Несмотря на то, что все это, скорее всего, неправда, есть ли вообще хоть что-нибудь такое, чего мы не можем объяснить? Хотелось бы верить, но верится с трудом. Да уж, надеюсь, когда-нибудь что-нибудь такое ты найдешь. А то что-то все разоблачаешь и разоблачаешь, наоборот бы что-нибудь сказал, вот это реально существует, вот на это я бы точно хотел посмотреть. А сейчас будет реклама, да? Хотя даже реклама у него классная, так что посмотрим. Так, хитрики. Или это... А, это танец. Танец, ясно. Ну давайте танец посмотрим. Фига себе, он огромный там какой-то. Король танцпола, блин. Мерзкая херня вот эта у него сзади. Господи. С таким невозмутимым лицом ужасно. Ребят. Да? А где Майкл? Его съели. Какого черта? Да я не знаю, вкусы, наверное. Какого черта, что происходит? Я же только что сказал. А, ну блин, неинтересно. Че? Че? Посрать не даешь. А Майкл-то где? Ну, что могу сказать, друзья? Топа, как обычно, офигенен. Офигенная съемка, офигенный ролик, офигенное все, офигенный сценарий. Я не слышал про эту шкатулку, скорее всего. Так какую шкатулку? Это винный шкаф. Короче, ролик классный. Если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Если будет много просмотров, много лайков и много комментов, обязательно продолжим делать реакцию на Утопия Шоу. По крайней мере, я его сам смотрю, так что с удовольствием буду делать реакции. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.